Начался новый сезон КВН Казахской лиги. Шутили в этот раз карагандинские веселые и находчивые, в основном о прошедшей Олимпиаде в Лондоне. На празднике смеха побывала Мирамгуль Слакимбаева. В фестивале приняли участие более 30 команд, и все из разных городов области. Главная их миссия заключается не только в том, чтобы рассмешить народ, но и обсудить актуальные темы, используя сатиру. КВН прошел на высшем уровне, все команды хорошо подготовились. Мы надеемся, что всем понравились наши шутники. Сезон был построен по всем правилам. Были и традиционные ходы, и эксперименты. КВН – это эмоции, это восприятие юмора. По словам организаторов, в качестве используемых шуток были на высшем уровне. Мирамгуль Слакимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. We'll be right back.